Дорогие жители Карабинного района, уважаемые друзья, дорогие наши ветераны, сегодня мы здесь все вместе отдаем дань памяти и уважения одного из людей, людей с большой буквы, который не только действительно строил завод, запускал его, вводил на проектную мощность, развивал его, закладывал все те идеи, все те проекты, которые сейчас позволяют этому заводу быть по-настоящему флагманом цветной металлургии. Напомню, что мы второй по величине глинозерный завод в Европе. То есть это очень гордое звание, мы лидеры действительно по многим показателям в этой индустрии. И все это благодаря тому, что в 1973 году Евгений Николаевич возглавил стройку завода, возглавил все те процессы, которые привели к тому, что этот флагман на берегу Южного Буга заработал и успешно функционирует по сей день. Действительно, помимо, собственно, предприятия, было очень много внимания уделено решению различных проблем города Николаева. Это и пресная вода, это строительство жилых объектов. Было построено 33 жилых дома, практически 3500 квартир. Детские сады, развлекательные и другие учреждения. Все это позволило сформировать тот корабельный район, который есть у нас сейчас. Вот. Поэтому мы открываем эту мемориальную доску. Надеемся, что память Евгения Николаевича будет в наших сердцах долго. Вот. Но также мы надеемся на то, что мы будем достойно продолжать его путь, совместно развивать как предприятие, так и город Николаев, вместе с администрацией города, с администрацией района, вместе со всеми вами. Сейчас мы реализуем различное количество проектов по благоустройству нашего района, по различным спортивным площадкам, детским. Поверьте, это все в наших руках. То есть только от нас зависит, насколько мы будем в этом двигаться успешно и, соответственно, добиваться того результата, который позволит нам гордиться не только прошлым, но и нашим настоящим и будущим. Пользуясь случаем, я также хотел бы поблагодарить присутствие здесь и не присутствие здесь ветеранов нашего предприятия, которые тоже внесли свою лепту в становление Николаевского глиноземного завода. И хотел бы, прошу прощения, хотел бы пригласить всех жителей Корабельного района посетить наш музей заводской, который мы открыли в этом году к дню рождения НГЗ, 36-й годовщине. Поверьте, там интересно, вы можете увидеть и своих родных, и близких, и те вехи истории завода, которые по-настоящему важны и являются не только как бы памятными для заводчан, но и для жителей города Николаева. Так что с нашим небольшим праздником, с открытием мемориальной доски. Поздравляю.